Инспекторы проверили выпуск транспорта на линию, побеседовали с водителями. Человеческий фактор никто не отменял. С начала проведения операции на водителей внедорожников было составлено 174 административных материала за нарушение правил. 16 машин вышли на линию с неисправным рулевым управлением. В 34 детей перевозили без удерживающих устройств. Поэтому экскурсантам советуют тщательно выбирать проводников для прогулки по бездорожью. Обратить внимание на визуальное техническое состояние данного транспортного средства, по возможности истребовать у водителя документы, которые положены на транспортное средство, такие как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, в свою очередь страховой полис гражданской ответственности, ну и также путевой лист, который у водителя должен быть.